Здравствуйте, уважаемые друзья. «Конный мир» говорит, показывает программа «Обратный отчет» вашему вниманию. Сегодня, как и всегда, будем отчитывать последние часы до наиболее важных и ярких событий, которые будут проходить как за рубежом, так и у нас в России. Первая часть программы посвящена именно российским событиям, а именно Кубку Эльбрус. С удовольствием представляю наших сегодняшних экспертов. Ольга Полушкина, мастер-тренер, коневладелец. Евгений Неумывакин, мастер-тренер. Итак, друзья, не забываем подписываться на наш канал в YouTube, оставляйте свои комментарии. Это очень важно и полезно, такое общение. Ну что же, переходим, собственно, к главному событию на этой неделе, которое будет проходить в пятницу на ипподроме в Нальчике. Розыгрыш Кубка Эльбруса и других значимых призов. События, которые всегда собирали действительно великолепные компании. И да, вспоминаем тот же Кубок Эльбруса. В свое время настоящие чемпионы выигрывали эту скачку. И Sky Archer, и Rogos, и Golden Street, и Diamond Link последние два года выигрывал Кубок Эльбруса. И кроме того, вот коллеги, действительно, мы вот вспоминаем. Вроде бы, как кажется, кабардинцы у себя скачут на ипподроме в Нальчике в течение сезона. Не часто выезжают, но тем не менее в конце сезона, вспоминаем опять же осенний кубок конозаводчиков в прошлый год, выстреливают так, что мало никому не кажется. И в этом связи предстоящий кубок Эльбруса, наверное, референтный будет. Референт перед главным таким событием, которое у нас проходит на Краснодарском ипподроме, да, в рамках Кубка конозаводчика, осеннего Кубка конозаводчика. В прошлом году мы, да, в том году мы наблюдали за таким великолепным, великолепной победой. Это представитель Холвичного конного завода. Ну да, советник, да. Мы о советнике, о Diamond Link и о многих других, тех, которые выстрелили в прошлом году, во всяком случае, в осенней Кубке конозаводчиков, конечно, уже пообщаемся. Но не забываем, что, уважаемые друзья, Кубок Эльбруса и другие призы, которые будут проходить в этот день, являются событиями самоценными. И, разумеется, конечно же, мы будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события. Ольга, действительно, вы тоже следите вот в этом контексте, который я выше озвучил, вот за скачками, которые проходят на дорожке в Нальчике? Ну, конечно, я согласна с Евгением, что это такой преп, будем так говорить, да, и действительно тут люди проверяют своих лошадей, их готовность перед какими-то такими очень большими призами. Ну, плюс это огромный праздник, потому что весь Северный Кавказ съезжается в Нальчик в этот день и хотят испытать своих лошадей. Может быть, и мы там тоже появимся. Да, ну, действительно, мы, опять же, обращаем внимание на великолепные призовые, которые всегда присутствуют в этот день. И тот же Кубок Эльбруса 1 миллион рублей стоит, и Кубок главы Кабардино-Балкарской Республики тоже миллион. И, собственно, другие призы достаточно интересные и дорогие. Давайте, уважаемые друзья, подключим Нальчик сейчас, и, в частности, Заура Секретова, известного коневладельца. И, собственно, с ним обсудим, как сейчас готовятся конники к этому празднику и вообще значение Кубка Эльбруса для развития, собственно, коневодства, чистокровного коневодства в Кабардино-Балкарской Республике. Заур, как слышишь меня? Добрый день, приветствую, отлично слышу. Собственно, Заур, да, вопрос еще раз повторяю. Действительно, какое значение имеет вот этот день для республики в целом и развития коневодческой отрасли? Можешь вот поделиться своим мнением? Ну, Кубок Эльбруса – это для конников Кабардино-Балкарии, можно сказать, как Дубайский Кубок Мира – это основное такое главное скаковое событие нашего скакового сезона. И вот как мы слышали ранее, да, на самом деле съезжается весь Северный Кавказ, и руководство республики, руководство ипподрома постаралось в этом году тоже сделать хорошие призовые. Конечно, раньше они больше были, но, тем не менее, уже миллионные скачки. Это многих радует. Я думаю, мы увидим очень красивые скачки в этот раз.
Разумеется, мы также ожидаем этих скачек и выявления новых чемпионов, а быть может, подтверждение класса и тех, которые будут принимать участие в скачках. И давайте, уважаемые друзья, сейчас переходить к записке непосредственно самого Кубка Эльбруса, ключевое событие этого дня. Скачка первой группы на дистанции 2400 метров. И, собственно, вот он состав участников предстоящей скачки. Акрат номер один, Фикс Даки номер два, номер три, Доминик Стар, Кэсман номер 4, Даймонд Линк, номер 5, номер 6, Анцелот, Драгон Кит номер 7, Эвридика номер 8, Хайпмейкер номер 9, Шурбай номер 10, Рокки номер 11 и Принц Кисана 12. Собственно, те, кто следят за скачками, которые проходят на ипподроме в Нальчике, да и вообще в России. Нет, компания очень шикарная, да. Очень интересная скачка. Да, очень интересная скачка, но все как бы обратили внимание на то, что хет-трик может сделать Даймонд Линк, великолепный конь, который 2 года подряд, напоминаю, в предыдущие года выигрывал эту скачку. И сейчас поедет, собственно, на третью победу в Кубке Эльбруса. Женя, как расцениваешь шанс? Есть, конечно, шансы полноценные он имеет в этом дивизионе. Да? Но еще могу сказать, что здесь более есть и молодые лошади, да, это которые уже с великолепным послужным списком, это вот хочу отметить, это Доминик Стар, это который одержал на этом же ипподроме, на этой дорожке, в большом призе Нальчинском дерби, победу великолепную. И что не кличка, то сама за себя говорит. Оля, с большим послужным списком. А в контексте этой записки как рассматриваешь шансы Diamond Link? Я понимаю, что это больше вопрос, наверное, к Якову Ману, но тем не менее, вот на бумаге нет, то, что он мы имеет, видим. Он имеет все шансы. Я могу сказать, что я общаюсь и с тренером, с Евгенией Степановой. Как раз вот раз уже мы заговорили про Доминика. Доминика мы еще вернемся. Нет, я про то, что она говорит, компания очень сильная, и Diamond Link очень сильный. То есть она его как основного соперника сейчас рассматривает. Ну, действительно, он мы есть видим... один из основных соперников. Да, да, то есть она соперников. Говорит, я вот просто для себя понимаю, что вот эта лошадь, это вот, ну, это вот, знаете, как у нас в Москве в прекрасные года у нас был Центурион, и все понимали, что есть Центурион, и вот как бы все вокруг должны там что-то как-то. Вот здесь таким неким Центурионом является как раз-таки Diamond Link. Ну, Diamond Link, опять же, мы кадры видели, вот действительно произвел просто сумасшедшее впечатление, а тогда, когда он 3200 отмерил в прошлом году. Это вообще было. На Павловском ипподроме. Да, я помню, да, комментарии конников бывалых, которые видели эту скачку, они просто глазам своим не верили. С места до места 3200 с таким отрывом. И действительно, мы вспоминаем, какой непростой послужной список был у Diamond Link, и вспоминаем его непростую историю, ведь он получал травму. Он серьезную травму, да, получил. И Хасан с Мухамедом приняли такое решение, привезли его, поставили в клинику, сделали такую правильную операцию, лошадь восстановилась и доказывают сейчас великолепные результаты. Показывают. Ну, мы работаем в прямом эфире, уважаемые друзья. Мы связывались некоторое время назад с Хасаном Кудаевым и пытаемся восстановить сейчас связь. А сейчас мы вместе с вами давайте все-таки подключим еще раз Нальчик и спросим у Заура Секрекова, у которого нету в этой компании лошадей, но тем не менее интересно мнение Заура услышать относительно того, кого он считает теми, кто сможет составить конкуренцию Diamond Link. Я вам скажу так. Я вот приведу вам цифры просто. Все мы прекрасно знаем, что нальчикская дорожка, она такая нелегкая, тяжелая дорожка. И на моей памяти две лошади, которые по нальчикскому ипподрому могут разыграть 2400 в 2.35, это Diamond Link и Classic and Smart. И в отсутствие Classic and Smart я вообще конкурентов Diamond Link здесь не вижу. Несмотря на то, что в этой скачке идут еще и два дербиста, это Доминик Стар и Кэсман. Мне будет очень интересно посмотреть возвращение Кэсмана. У него в этом году один старт, одно второе место, но после травмы он 2 года не скакал. И Доминик Стар. Но Доминик Стар в дерби выиграл 2.39. Тут 4 секунды получается провал. И посмотрим, смогут ли они что-нибудь навязать Diamond Link. Но я сомневаюсь в этом.
Хорошо, Заура, остаемся на связи. Доминик Стар, дербист. Оля, я знаю, что вы имеете определенное отношение к этому жеребцу. Mm-hmm. То есть, насколько я понимаю, вы его покупали. И то есть следите за тем, как развивается его карьера. Какие у него сильные места? И действительно, быть может, вот за тот период, за который он не скакал после дерби, произошли ли в нем какие-то изменения, которые позволят, опять же, ну, достойно выступить в противостоянии с Diamond Lim? Я могу сказать, что нужно отдать должное тренеру, который просто спит возле него, и поздравить ее, кстати, с днем рождения, можно, да, использовать. Евгений Степан, я от всей души поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе победы. Это будет самый главный твой подарок. Так вот, этот жеребец на самом деле не трепанный. Она очень мягко подводит его ко всем скачкам. Я могу сказать, что вот буквально вчера разговаривала, она говорит, он очень поменялся. То есть на ее взгляд, эта лошадь стала намного сильнее, чем она была даже на дерби. Поэтому, ну, естественно, я буду болеть за, будем так говорить, своих лошадей. Всегда за них больше болею и всегда слежу за их судьбой. Поэтому думаю, что, в принципе, очень сильный соперник, но думаю, что поборется. Немножечко он сейчас созрел. Наверное, вот как раз-таки мы любим часто говорить о том, что у нас лошади меняются и по характеру, меняются и по состоянию, и по физическому состоянию, по моральному состоянию. Я думаю, что я очень буду надеяться, чтобы эта лошадь проявила себя в более, будем так сказать, лучшей форме. Но придется нелегко. Да, с достойным соперником. Да, с достойным, потому что это реально... Вот реально очень интересная будет скачка. Можно даже просто туда полететь ради одной этой скачки. Действительно, это... Ну, я вас обрадую, Оля, не обязательно лететь в Нальчик, но если у вас такая есть возможность, конечно, да, но для большой аудитории, конечно, мы же говорим о том, и еще пообщаемся, что у нас будет трансляция из Нальчика, и, конечно же, не пропустите в пятницу. Dragon Kid, вот еще один конь из тренотделения Якова Мана, который, опять же, показывает достаточно стабильные результаты, и стоит ли на него в этом контексте, выше озвученном, Евгений, обратить внимание? Я думаю, что у этой лошади провального старта в этой компании не будет абсолютно, потому что когда они приобрели эту лошадь у Дарьи Шипиловой, да, мы это все прекрасно знаем, Дарья его сама выбирала на аукционе, и когда он попал в тренинг Якова Умана, он сразу же практически со второго старта одержал великолепную победу в Буденновском призе на дистанцию 2800 метров, потом призе закрытия, да, ну, то бишь эта лошадь прогрессирует. У нее великолепный прогресс, у этой лошади. В этом сезоне он провел лишь два старта. В призе вступительном остался вторым. И это была тоже, наверное, видимо, вторая скачка. Это как преп, с учетом того, что на перспективу, да, Яков Иманов аккуратненько записал в гандикап на дистанцию 2000 метров, где он одержал победу. Думаю, что... Ждем, будем ждать на финише. Да, то есть в призах, я думаю, тоже нельзя его списывать со счетов. Я думаю, что может и преподнести какой-то сюрприз. Мы сейчас наблюдаем как раз финиш этой скачки. Да, Мурзабек произвольно, да, одержал эту победу. Да. Вот сейчас только подъезжает вторая лошадь. Ну что ж, друзья, обсудили мы предстоящий Кубок Эльбруса. И действительно, опять же, обозначиваем основной акцент. Это Diamond Link и все те, кто против него. Итак, переходим к следующему призу. Приз главы Кабардино-Балкарской республики. Скачка на 2000 метров. И вашему вниманию состав участников предстоящего приза. Еще раз напоминаю, скачка на 2000 метров. Оскар, Парадигма, Гости, Голден Файт, Дубау и Мун, Монти, Грей Кинг, Вери Найс, Отто фон Бисмарк, Майк, Геодезист. Пока что в поле Голден Сол. И я так предлагаю сейчас вновь подключить Зауру Секрекову, поскольку Дубавый Мун записан, соответственно, в этой скачке. И как Заур видит, опять же, его участие в подобного рода кампании, сможет ли он показать свои лучшие качества и свойства и навязать борьбу тому же Оскару? Ну, как мы говорили ранее, Дубавый Мун, он еще такой зелененький. Ему явно еще надо будет возмужать. Я думаю, на 4 года мы увидим лучшие его качества.
Здесь компания довольно-таки ровная. Единственное, да, вот здесь миллионник, это Оскар, тоже рожденный у нас, очень-очень хороший конь. Но я думаю, учитывая то, что скачки будут проходить в Нальчике, то Бавимун должен здесь составить ему какую-то конкуренцию. Конечно, Оскар — это она звезда такая более мощная по сравнению с остальными всеми участниками, но перед дерби Дубавым Муном мы чуть переточили, он вес и потерял, и сейчас вроде бы он выглядит получше. Посмотрим. Если даже он будет вторым за Оскаром, я считаю, для него это хороший результат. Заур, ну ты считаешь, что Оскар фаворит в этой скачке? Я считаю, что Оскар фаворит, да. Здесь есть неплохие лошади, такие как Отто фон Бисмарк, геодезист, но геодезист скакал в Москве недавно. Я не знаю, как он себя чувствует. Все-таки перерыв небольшой. Если он будет вообще здесь идти, да, да. И Майк тоже хороший жеребчик. Я думаю, вот Оскар, Майк, Дубавый Мун, геодезист. Ну и, может быть, вмешается в борьбу кобыла Парадигма. Спасибо большое, Заур. Оставимся на связи. Коллеги, сейчас мы отметили Оскара, да? И Оскар действительно по своему послужному списку выглядит, во всяком случае, на текущий момент великолепно. Да? Вот его предыдущий старт в первой группе приз Министерства сельского хозяйства на 3200 под седлом Хамзата выиграл и до этого великолепные скачки провел. Как вы видите, соответственно, Оскара и его фаворитизм? Ну и можете поделиться своими ощущениями от этого жеребца? Сергей, вернемся немножко назад, опять же, по списку, да? Угу. Он тут один. Езда будет, в принципе, наверное, дорожки практически не отличаются, что касается Пятигорской и Нальчинской ипподрома. Они все свойственные, да, тяжеловатые. Скачка будет, наверное, выглядеть так. Оскар поведет, да, на силу, а все, как говорится, будут уже под него, как говорится, ехать и контроль вести. Что касается участника от конюшни Заура Секрикова, Дубавый Мун, да, Дубавый Мун, конечно, это не классик Консмарт, да, как Заур сейчас сказал, что он немножко еще зеленоват, нужно устояться ему. И, в принципе, по составу, да, компания здесь ровная, а на бумаге здесь выделяется первый номер – это «Оскар». Угу. Ну, собственно, по большому счету мы примерно разобрались, да, о потенциале, собственно, тех или иных лошадей, которые будут принимать участие в этом призе, миллионам, еще раз повторяю. И в целом следим за Оскаром и посмотрим, кто, ну, собственно, сможет предложить ему борьбу. В принципе, аналогичная ситуация, как с Кубком Эльбруса, согласен? Большой рассказ, конечно, про всех лошадей рассказал великолепно. Это Заур Секрек, он пояснил. Ну что же, будем ожидать, как будут складываться дела в этой скачке. И давайте, друзья, сейчас переключимся на следующую скачку, которая, как всегда, традиционно собирает великолепнейшие составы. Это Кубок Майлеров. И в этом году действительно он также нас не обманул. Приз в честь Дня государственности Кабардино-Балкарской республики, либо Кубок Майлеров. Второе название. Разумеется, из названия яствует, что дистанция 1600 метров. И вот он, состав. Консул Барс, Советник, Шеф, Гостар, Горец, Блэссед Кинг, Буллет Сторм, это Галоп Американо, Акцент, Мираж, Пантели, Арсан. Ну, просто закачаешься, да? Действительно, великолепный, я бы сказал, составище. И вот, как мне коллеги сейчас подсказывают, судя по всему, у нас наладилась связь с Хасаном Кудаевым. Хасан, мы вас приветствуем. Добрый день. Да, Хасан, скажите, пожалуйста, вот опять же мы усматриваем, разглядывая записку, противостояние в первую очередь Советника и Пантелея, да, которые между собой, что называется, бодались в течение сезона. То Пантелей первый и Советник второй, потом Советник первый, Пантелей второй. Как вы смотрите для себя на эту скачку? Ну, что можно сказать? Советник, конечно, Майлер номер один можно считать в этой скачке, но, к сожалению, так получается сегодня. Пантелея мы снимаем. О как.
Да, хорошо. Пантелеев вы снимаете, но это понятно, причина, наверное, все-таки какого-то ветеринарного характера. Что касательно Blessed King, давайте тогда продолжим мысль. Blessed King очень хорошей форме сейчас. Последнюю скачку он выиграл. Тренер решил так, что пускай он проскачет без Пантелея, потому что состав очень серьезный. Там есть кому скакать, с кем, потому что с Пятигорска очень достойные лошади приехали. А Лейсинг, что могу сказать? Ну, так определили, что он вот именно эту дистанцию, 1600 метров, до двух, это коронная дистанция. Работался. Как скачка покажет. Хасан, вот восстановили мы, наконец, связь. Хотелось бы узнать, в каком порядке сейчас прибывает Diamond Link, несмотря на то, что мы Кубок Эльбруса уже обсудили. Все-таки хотелось бы из ваших уст услышать, в каком порядке чемпион и рассчитываете ли вы на него? Что могу сказать? У него все в порядке, он сейчас вошел в хорошую форму. Ну, скачек было мало, конечно, мы-то надеялись, что мы поедем в Москву. По какой-то непонятной причине отменили те скачки. А сейчас он готов к этим скачкам. Заур Секрет правильно сказал, они с классиком Smart были номер один, наверное. Хорошо. Возвращаясь к Кубку Майлеров, так скажем, предварительно, да, ваша тройка тех, кто, собственно, сможет побороться за победу в этой скачке? Советник. Советник, потом Горец и Blessed King. Хорошо, спасибо, Хасан, остаемся на связи. Ну что же, коллеги, выделяют нам Горца. Горец, который действительно своими результатами лишний раз подтвердил. Сергей, невозможно его здесь не выделить. Да. Невозможно, потому что он одержал две великолепные победы на дистанции 1600 метров. В призе гранита, да, одержал победу. Ну и тут он сейчас опять же возвращается на эту же дистанцию, только на Люгром и лишь ипподроме. Угу. И я думаю, что это не помешает ему доказать здесь, в этом составе. С учетом того, что мы сейчас с уст Хасана услышали, что Пантелей снимается. Угу. Ну, тут, конечно, остается достойный соперник, просто достойный, которого сразу же в первую очередь выделил Хасан. Это Советник. Мы эту лошадь видели неоднократно, да, и в прямом эфире, и в Кубке конозаводчиков на закрытии скакового сезона, когда он одержал великолепную победу. Ну и сейчас он доминирует на этой же дистанции, да, и достойно показывает результат. Оля, ну мы озвучивали, да, несколько кличек. Советник, Пантелей, к сожалению, снят. Blessed King, Шеф, кстати, Горец, Консул Барс. Кого вы тоже подсчитываете в этой компании? Вот из вышки? Я соглашусь с коллегами и для себя выделила бы все равно, да, Советника, как уже опытного и подробного бойца. Но вот мне почему-то кажется, что если все в порядке будет у Консул Барса, то он там тоже может, я так думаю, что навести шума. Я почему-то его там где-то в тройке все равно тоже жду. Он великолепный консул выступил, мы вспоминаем, вступительный приз на Грозненском ипподроме. Да. Здорово тогда проскакал и действительно обратил на себя внимание. Обратил. Многие тогда, собственно, вернулись к той мысли, что консул Барс, уже, да, поменявший тренер отделение, сможет в этом сезоне показать очень хорошие результаты. Но впоследствии результаты, собственно, упали, и мы видим, что в дальнейшем на Павловском ипподроме призе элиты он был шестым, затем на Краснодарском ипподроме, правда, в хорошей компании, остался седьмым на 2000, и затем мы сократили дистанцию, и он был вторым. Что вот из что этого я хочу. Вот эта динамика, что? Вот, динамика тренер, нам всем скажите, видна, да? Пожалуйста. Что лошадь видно явно до 2000. Ага. Все. Да. Майлер, 1600. Вот и все. Они правильно сделали, ничто. Сократили ему дистанцию. Перевели его в дивизион Майлера,
И что мы увидели? Да, но перед этим он скачку проскакал на Грозненском ипподроме, призе Критериум, да, угу. Где Синим одержала победу, а он остался вторым на дистанции 1000 метров. Ну, с кем? С Синим, о ней мы еще поговорим. Ну, давайте, друзья, сейчас подключим Заура Секрекова, и интересно было бы услышать его мнение относительно предстоящего Кубка Майлеров. Заур, как слышишь меня? И действительно, интересно было бы, еще раз повторяю, услышать твое мнение, твоих фаворитов, и как, на твой взгляд, будут развиваться события в этом призе? Ну, вообще, я считал эту скачку самой интересной. И у меня особая любовь на майлерские дистанции. Почему? Потому что, можно сказать, не передохнуть лошади невозможно дать. И прям на всю мощь они будут ехать, поэтому скачка будет в любом случае очень красивая. Что касается здесь лошадей, участников, конечно, для местной публики противостояние советника с Пантелеем это всегда вызывает особый интерес. Но вот мы услышали от Хасана, что Пантелей снимается, и очень, конечно, обидно. Я надеюсь, у него все хорошо, и мы его скоро увидим. А тут можно каждую лошадь выделить. Здесь как не лошадь, так звезда. Мы можем отметить и Акцента, и Миража. Это два победителя приза Анилина. Что касается Горца, да, Горец, конечно, это один из лучших майлеров Пятигорского ипподрома. И кто тут у нас еще? Вот я считаю Гостар и Буллет Шторм. Это две лошади, которые лично, по моему мнению, скакали не на свою дистанцию. Там много экспериментов было на 2400, на 3200. Но это явные две лошади и два майлера. Гостар – это тот же победитель Большого Летнего. Я думаю, здесь собрались именно хорошие майлеры, и скачка будет все равно самая интересная в этот день. Ну что же, спасибо за очень интересное мнение. Ну, еще раз повторяю, целая россыпь интересных скачек нас ожидает в Нальчике. Давайте, друзья, переходить к еще одной интересной позиции. Скачка для кобыл трех лет, золотая осень. Это гандикап на 1800 метров. Тем не менее, обращаем внимание на состав участниц предстоящего события. Сиэтл Сонг, Эйрборн, Счастье, Эскобара, Лина, Индиан Эклипс, Дочь Ангела, Княгини Барс, Зилли. И, собственно, я предлагаю сейчас вновь вернуться к мнению Заура Секрекова, поскольку у него здесь аксистка едет, Лина. Заур, скажи, пожалуйста, в каком порядке сейчас прибывает Лина, и как ты видишь ее в соперничестве, например, против той же Счастья или Зилли, которая также себя великолепно проявила на ипподроме в Нальчике? Лина находится в хорошей форме. Кобыла сама по себе очень такая легкая, она всегда подтянутая, может обмануть. Но я последней резвой работы не видел ее, я был в отъезде. Но, как все говорят, она очень хорошо себя чувствует. Но есть одно но, да, на самом деле 1800 для Лины – это более коротковатая дистанция. Но у нас выбора нет в любом случае, поэтому придется ехать в эту скачку. И Счастье на 1800 очень хорошая кобыла. Княгиня Барс, я думаю, тоже очень достойная соперница здесь будет. Ну, честно говоря, я был бы рад, если бы выиграла Сиэтл Сонг. Потому что это кобыла моего друга, да, она рожденная у нас тоже. И Лина уже свое сделала, Лина Окс выиграла. Пусть теперь выиграет Сиэтл Сонг. Да, хорошо, спасибо большое, остаемся на связи. Коллеги, ну давайте перейдем, например, уже Лину обсудили, мы действительно аксистка, она уже, соответственно, как наши коллеги говорят, Евгений Капушев недавно вспоминал, она бонусом поедет, что называется, да, если она выиграет еще раз, но это уже бонус. Да, свои дела она сделала. А вот Счастье, которое мы помним, здорово она ходила в первой половине сезона в Краснодаре. И подавала надежды тренеру. Сергей, да. Мы ее видели в прямом эфире, когда она выиграла преп перед Оксом, да? Угу. В великолепном стиле, на дистанцию 2000 метров, да? Вот коротко можно сказать, что это предел у этой кобылы. Вот мы сейчас наблюдаем выход на финишную прямую, да? Как раз это преп перед Оксом. Угу. Встреча аксисток. Встреча аксисток.
где под седлом Адама Шегушева она держит победу. А сейчас она принимает участие на дистанцию 1800 метров. О том, что сейчас Заур сказал, это подтверждает, что эта кобыла именно традиционно находится на своей дистанции. Угу. Вот и все. Поэтому, что касается Лины, опять же Заур сказал, опасается... Коротковато. Коротковато, да. Ну, все касается, она на домашнем ипподроме находится, да, сделала там хорошие работы, это мы услышали с уст Заура Секрекова. Тут еще есть также, можно выделить и княгиню Барс в этом составе. Ну, хорошо, Ольга, соответственно, мы разобрались с потенциалом дистанционным, у нас уже определенный пул лошадей формируется. Что касательно вот еще Зили, мы отмечали, Зили, которая предыдущую свою скачку, 2.400, как раз приз Кабардино-Балкарии, выиграла, до того момента в Оксе 2.400 была седьмой. Что это, собственно, означает? На две дистанции одинаковые, да, и, соответственно, две недели разницы, в одной скачки она приезжает седьмой, и затем впоследствии, да, в приз Кабардино. Ну, я имею в виду из тренерского опыта. Я понимаю. Да. Ну, а что здесь? Здесь вам любой опытный тренер скажет. Это кобыла. Совершенно она верно. Может просто прийти в охоту и вообще никуда не побежать. Угу. Вот и все. И это абсолютно не будет влиять, то есть никаких травм нет. Кобыла просто идет в отказ. Угу. Это нормальная практика для кобыл, для работы с кобылами. Поэтому мы все прекрасно знаем, что за границей кобылы сидят всегда на гормональных препаратах для того, чтобы вот таких вот ситуаций на большие призы не возникало. Угу. Вот и все. Поэтому я считаю, что она тоже имеет все шансы, так же, как и Счастье, и так же, как и Seattle Song. Просто я близко этих лошадей, будем так говорить, не знаю. Но... компания, мне кажется, в принципе, даже очень ровная. Ну, да, выделяются там пару-тройка голов. Ну, посмотрим. А по поводу состояния, та кобыла, будем так говорить, которая не в охоте там и выиграет. Вот и все. Ну что же, да, мне говорили, что Лорана Барс тоже была в охоте. Но, как мы видим, здорово выступила и достаточно легко выиграла. Сергей, это совсем другая лошадь. Это лошадь-жеребец. Можно так сказать. Ну все, это, в общем, история, которую мы можем обсуждать еще до конца программы. А у нас еще есть интересный приз и, разумеется, приз Критериум, который также собрал очень интересный состав участников и участниц предстоящей скачки. Давайте ознакомимся. Итак, номер один Honda Safe, номер два Roxy Star, номер три Flaming Лайн, номер 4 Синим, номер 5 Безмерный, наш Фантастик номер 6, Man of Cat номер 7, Наперекор номер 8. Друзья, Хасан Кудаев по-прежнему с нами на связи на текущий момент. И несмотря на то, что из тренотделения Хасана здесь мы не видим лошади, тем не менее интересно было бы узнать его мнение относительно этой записки и, соответственно, кого бы Хасан вы могли выделить из этой компании. Очень зрелищная скачка будет по такой простой причине, что здесь Man of Cat скачет и кобылка Синим. То мы отношение имеем к Flaming Lion, но ну, что могу сказать? Первое место поделит между собой Man of Cat и Синим. И, наверное, попадет Flaming Lion. Вот это мое личное мнение. Хотя как если Синим в форме, никто близко не может подойти. Ну и в заключение хотелось бы нашего диалога, Хасан, задать вам вопрос. Как вы смотрите на развитие спринтерского дивизиона в России? Вы как коневладелец, и мы знаем, что вот скоро Кинеланд, скоро другие события, аукционы там так далее. И у коневладельцев не часто возникает желание покупать записного спринтера. И в этой связи, как мы видим, да, наши скачки несколько обделены в плане спринта. Вот поделитесь, пожалуйста, своим видением. У себя в конюшне иметь хорошего спринтера, наверное, это достойно, но скачек мало.
мало. И, но в основном мы же в Россию обычно покупаем, а вот Ольга знает, это на дистанцию. У нас по два. Да. Мало. Мало. Спасибо большое, Хасан. Успехов вам в предстоящих скачках. Ну и действительно, давайте вот сейчас, уважаемые коллеги, оценим записку и вернемся к словам Хасана Кудаева, который выделяет нам противостояние Мэн-Оф-Кэта и Синим. Евгений, вы кому? Нельзя не согласиться, конечно, со словами Хасана. Тут, безусловно, конечно, явно выделяется эта тройка, да. Это в первую очередь Синим, который обладает великолепной стартовой скоростью. Мэн оф Кэт, который продемонстрировал также на короткой дистанции, на дистанции 1200 метров на Нальчинском ипподроме, где одержал победу в призе Гонора. Также можно выделять и Флейминг Лайна с тренаделения Исыба Буева. Флейминг Лайн, конечно, явный был спринтер, да, Иса в прошлом году с ним пытался, да, какие-то там рецидивы там поменять и по дистанции, по всему, на московском ипподроме, да. Казалось бы, лошадь была приобретена также с тренаделения и от владельцев Хасана Кудаева и Мухаммеда Битокова, где он одержал в первой группе в большом призе Нальчинского ипподрома. Победу, да. Победу. Когда они его приобрели, думали, что лошадь преобладает со всеми великолепными стаминами и все остальное. Да? Ну, с перспективой на дерби, да, как мы всегда любили, начинаем, да, 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 приобретать обсудили, лошадь. Да. Да, мы только сейчас обсудили, да. Просто мы не услышали те последние слова. Когда, приобретая на аукционах лошадей, да, Ольга неоднократно это все уже там сама прорабатывала. Казалось бы, лошадь берем по бумаге, мы на классику. Ну, а тут уже работа сама показывает, да, либо эта лошадь будет держать дистанцию, либо она переходит в дивизион Майлера, спринтера. То есть мы пришли к выводу, и опять же, результаты показывают, что Флеминг Лайн великолепно себя чувствует именно на дистанции, кстати говоря, покороче. Ну, и вот по его предыдущий старт на 1600 метров под седлом Артема Падучева на ипподроме Грозненском он показал результат. Сергей, статистика говорит о этих лошадях. Что касается Дети Комиссионера, да? Это и есть лошадь такая, которая находится в тренаделении у Николая Ищенко, да, это продемонстрировал на дистанцию 1200 метров, да? Да, тоже вроде бы там он ходил, двухлетка, Федя. Этот Федя, да, феминистокол, оказался вот только лишь в дивизионе спринтера. Хорошо, Ольга. Вот и статистика, да, говорит. Ольга, еще ваше мнение относительно этой записки. Также поддерживайте коллег. И опять же, вот хотелось бы возвратиться к Синим. Наблюдали за этой кобылой резво? Да, конечно. Я думаю, что она там фаворитка. Угу. Ну и тут уже... можно я вот поболею за фаворитку? За кобылу она одна единственная, да? Но вы уже сказали за всех. А еще такой вопрос. Вот я действительно хочу согласиться с Хасаном. Да я думаю, что и все коневладельцы у нас, на самом деле, мы, помните, два года сидели в студии, говорили, что вот очень мало призов для майлеров. А по факту, посмотрите, у нас производящий состав берут в основном майлеров. Потому что можно и откатить назад, и откатить вперед в подборе кобыл. И спринтеры тоже могут это делать. Поэтому, мне кажется, вот действительно побольше бы делали таких скачек, именно спринтерских тоже, чтобы людям было интересно держать этих лошадей дальше. Да, то есть у кого-то бывают травмы, например, как у нас у Golden Tie. Я не могу его тренировать на более длинные дистанции, хотя я знаю, что он бежит, потому что просто он развалится, например. А на короткую дистанцию удобно, что и было, например, доказано в этом сезоне с этой лошадью. Поэтому надо как-то вот точно, действительно, побольше сделать скачек для спринтеров, сделать какую-то одну большую скачку такую, чтобы там 3 миллиона рублей было. Нет, я согласен, действительно, нам не хватает майлерских, спринтерских скачек. И давайте все-таки резюмируем предстоящий критериум. Из уст услышим Заура Секрекова, его видение на предстоящую скачку. Заур, есть ли какие-то уже оригинальные идеи, мысли после того, что мы уже обсудили? Ну, в принципе, вы обсудили, да, всех лошадей. Я скажу так, если бы дистанция была 1200 метров, я бы выбрал здесь или Мэн оф Кэта, или Безмерного. Но так как 1000 метров, скорее всего, Синим должна быть победительницей в этой скачке. Но Флеминг Лайна я все-таки считаю больше майлером, чем спринтером.
Ну, смотрите, вот Man of Cat выиграл приз Гонора у Безмерного в 1.15. Безмерный там был, я не помню, чуть дальше. Но большой спринтерский Безмерный уже выиграл в 1.14 и выглядел очень серьезно. И так что я просто добавлю в ваш список еще Безмерного. Я думаю, его нельзя там скидывать со счетов. А так 1000 метров, это да, синим. Заур, ну и перед, соответственно, скачками, перед нашей трансляцией, расскажи, пожалуйста, какая погода сейчас в Нальчике? И, соответственно, что одевать? Да, что ждет гостей Нальчика, которые приедут на Кубок Эльбруса? И, соответственно, как, быть может, под давлением погоды изменится сама дорожка, твое видение? Одевайтесь теплее, у нас прохладно. Но вся неделя обещает быть дождливой. Сейчас на самом деле дождя нет, но мы надеемся, что все-таки чуть-чуть, если дождик пройдет, дорожка будет и помягче, и полегче. Я думаю, это на пользу будет всем лошадям. Посмотрим. Хорошие скачки будут. Приезжайте все. Спасибо, Заур. Спасибо большое Зауру Секрекову за его включение. Заур, успехов, удачи в предстоящем дне. Ну что же, уважаемые друзья, нам лишь остается посмотреть, как будут развиваться события в Кубке Эльбруса в прямой трансляции. Те, кто, разумеется, по какой-либо причине не сможет выехать в Нальчик. И не пропустите нашу трансляцию в 11:40. Напоминаю, в пятницу. Включайте телевизоры, скучно точно не будет. Так что... Все только продолжается. И, уважаемые друзья, небольшая пауза объявляется в нашей программе, после которой мы обсудим кульминационные моменты предстоящих событий в Европе, а именно чемпионские дни в Ирландии, которые мы также покажем в прямом эфире. Не уходите далеко от своих телевизоров. В студии обратного отсчета вас вновь приветствуют, друзья. И, как всегда, говорим о наиболее значимых и интересных событиях, предстоящих в контексте скачек. И, разумеется, обращаем внимание на зарубежные события. И сегодня нашему вниманию те события, которые будут проходить на ипподромах Леопардстауна и Карра. И это все Кубок чемпионов, чемпионские скачки, которые будут проходить в Ирландии. С удовольствием представляю сегодняшних коллег, с которыми мы будем обсуждать. Ольга Полушкина, мастер-тренер, с которым мы будем слушать экспертные мнения и вместе с Олей делать определенные выводы. Согласись, Оля, у нас сегодня с тобой более-менее такая вот история, ну, так скажем, более спокойная. А вот Юлия Гайдукова нам сегодня будет выдавать содержательные знания. Прижется и будет вывозить. Да. И, соответственно, выдаст нам пару познавательных историй. И вместе с нашим коллегой Тони Уоткинсом, который также поделится, уважаемые друзья, вместе с Олей и вместе с Юлей своим мнением относительно предстоящих скачек. Итак, Champions Day 1, Champions Day 2, то есть два чемпионских дня, которые разбиты, как вы знаете, традиционно в Ирландии на две части. Одна из них, напоминаю, пройдет в Леопардстауне, вторая часть пройдет в Карре. Равноценные события, но все-таки чемпионский кубок, чемпионская скачка состоится традиционно в Леопардстауне. И в основном, в большей степени, во всяком случае на текущий момент, к ней приковано основное внимание. И, друзья, предлагаю сейчас ознакомиться с составом участников предстоящей чемпионской скачки на текущий момент. Она выглядит именно таким образом. Сент-Маркс, Базилика, Тарнава, Поэтикс Флэйр, Лав, Сноуфолл, собственно, и другие. И, соответственно, мы пока что ждем, когда все-таки закончится окончательно. Один О'Брайен, я смотрю. Да. Но, ну, один О'Брайен, да. Ну, отец и сын. Отец, да, даже два уже сына. Да, но дело но в том, что... Пока, я... да, мы должны понимать, что это действительно очень предварительный вариант состава. Да. А поскольку мы знаем, что ирландские скачки большие, закрывается записка на них очень рано, на что все время жалуются британские тренеры, которые говорят, что когда закрылась записка, мы только еще начинаем понимать, кто у нас теоретически может пойти на эти скачки. Угу. Поэтому обычно там, ну, прямо скажем, раздутые составы. И
на настоящий момент мы уже понимаем, что хотя у Брайана там сейчас, у старшего Брайана, 7 лошадей в записке, в реальности из них, возможно, поскачет только один Сент-Маркс Базилика. Во всяком случае, сам Брайан это говорил. Точно известно, что Snowfall в эти же выходные пойдет во Франции на престижные первогруппные кобыли приз Вермей, где на ней поскачет Фрэнки де Торре. Известно, что Большой Белли, или Большой Балет, как его не называй, тоже, скорее всего, поскачет во Франции в призе Ниель, отборочно на Триумфальную арку. И, по сути, весьма вероятно, вот только вот про лав как-то тихушничает Эйден О'Брайен, ничего не говорит, пойдет ли она, как и Snowfall, на Вермей, или вообще будет пропускать скачки этих выходных, ничего про нее не известно. Но точно известно, что главный фаворит, одна из лучших, если не лучшая лошадь на дистанции 2000 метров в этом году в Европе, Сент-Маркс Базилика, будет представлять его конюшню и пойдет первым фаворитом. Действительно, Сент-Маркс Базилика мы ждали в Джатман Интернешнл. В противостоянии против Мишрифа уже была, соответственно, вывеска такая раскрученная в различных средствах массовой информации. Но, к сожалению, в самый канун скачки Эйден О'Брайен Сент-Маркс Базилика снял. У него была маленькая, скачки, но да, очень неприятная травмочка. Да, воспаление небольшое. Он потерял на работе подкову. Подкова отлетела неудачно, ударил его по заднему путовому суставу. Да. Рана воспалилась, пришлось принимать антибиотики. Естественно, лошадь на антибиотиках писаться в скачку не может. Ну да, там было, еще раз повторяю, небольшое воспаление. И в таких случаях все-таки лучше перестраховаться, да, Оля? Ну, я думаю, что если лошадь лечится, я думаю, таких лошадей вряд ли кто-то оставит без лечения. Да его просто бы не допустили. Ну да. Поскольку да, он получал курс антибиотиков, естественно, это автоматически исключало его из числа участников. Но, скажем так, он ничего особо не потерял на этом, судя по словам у Брайана. Пропустил он всего ничего. Практически с работы его не спускали. Ну вот единственное, что один старт, как бы, возможной потенциальной победы в первой группе у него слетел из послужного списка. Но теперь он пойдет в той скачке, которая в последние годы является, по мнению многих, того же самого Джима Болджера, который представлен Poetic Flair в этой скачке, лучшей скачкой на дистанции 2000 метров, в принципе, в Европе, а возможно, и в мире. Ну и действительно, здесь мы сейчас вместе с вами видим одну из предыдущих скачек с участием тех лошадей, которые будут принимать, опять же, участие в Champion Stakes. Ну, вот это, собственно, Eclipse, Coral Eclipse, где Сент-Маркс Базилика очень легко обыграл маленькое, но классное поле. Да, можно сказать, что Мишриф на тот момент был еще не в оптимальной форме, он был маленько тяжеловат, что показал его последующий старт, который он выиграл. Но та легкость, с которой Сент-Маркс Базилика продемонстрировал свой бросок, и как он улетел на финише от Дейба и Мишрифа, произвела на всех очень большое впечатление. Давайте, уважаемые друзья, выслушаем мнение нашего ирландского коллеги и, соответственно, составим в перспективе вообще мнение относительно предстоящей скачки. Главные претенденты – это Сент-Маркс Базилика, Поэтик Флэр и Торнава. Торнава – доморощенная кобыла Ага Хана, и ее тренирует Дермот Уэлл, который добивался успеха по всему миру от Америки до Австралии. Торнава, как мы помним, одержала победу на Кубке конозаводчиков, а в этом сезоне пока стартовала только один раз. Она в хорошем стиле выиграла скачку третьей группы Белли Роан Стейкс на дорожке Леопардстауна, по которой пройдет Irish Champion. Уэлт очень дальновидный тренер, и он целенаправленно готовил Торнаву к субботней скачке. Она является одним из наиболее очевидных кандидатов на победу. Поэтик Флэр выиграл не только 2000 гиней, но и скачку в Эскоте. Да, он был вторым в Гудвуде, но тогда ему не совсем подошла мягкая дорожка. Это очень хорошая лошадь. Джим Болджер, наверное, один из лучших тренеров в мире. Он начинал с очень скромных стартовых позиций и сумел создать свою нынешнюю репутацию. Болджер не только тренер, но и заводчик и владелец Поэтик Флэра, что довольно необычно. У него тоже есть определенные шансы на успех, но явный фаворит скачки – Сент-Маркс Базилика. Ну что же, наши ирландские коллеги голосуют за Сент-Маркс Базилика, а многие обозреватели, вот, кстати, Ольга, вы отметили, везде Эйден О'Брайен, а некоторые обозреватели все-таки считают, что кобыла Торнава, которую тренирует Дермот Уэлл, возможно, представит определенную проблему для фаворита. И эта кобыла, напоминаю, уважаемые друзья, вам, выиграла в прошлом году Breeders' Cup Turf неожиданно. В этом году уже
проехала одну из скачек групповых, и, соответственно, ее многие считают, во всяком случае, в антипостах, как одну из фавориток на предстоящую арку триумфальную. Юля, что можешь добавить на этот счет? Тарнава очень интересный кандидат, и мы все знаем, что Дермот Уайлд – это тренер проницательный и дальновидный, который очень издалека просчитывает компанию своих лучших лошадей. Очевидно, что главной целью нынешнего сезона для Тарнава должна стать действительно именно триумфальная арка. В прошлом году она там не скакала. В том году для нее главным выступлением стала скачка на Кубке конозаводчиков. А в этом году, конечно, ее нацеливают прежде всего на арку. Что касается Тарнавы, то ее постоянный жокей Колин Кин, который, скорее всего, в этом году станет двукратным чемпионом Ирландии, говорит, что она стала еще сильнее с прошлого года. И отчасти из-за этого она долго набирала форму, потому что она стала мощнее, она стала тяжелее, она стала требовать больше работы. И отчасти этим, наверное, объясняется то, что она сделала всего один вот этот старт, который она выиграла в начале августа с огромным преимуществом над соперниками, что неудивительно, поскольку это была скачка третьей группы. Есть нюанс, который касается состояния дорожки. Вот что касается Сент-Маркс-Базилики, то для него чуть-чуть мягковатая дорожка – это оптимальный вариант. По-настоящему, по-резвому он, по сути, еще не скакал ни разу. А вот что касается Тарнавы, то для нее, скорее, это не самый лучший расклад. И вот тут, конечно, надо будет смотреть на погоду. И то же самое касается Poetic Flair, кстати. А вот перед тем, как мы зададим вопрос Ольге, давайте послушаем сейчас мнение Тони Уоткинса относительно предстоящей погоды в Ирландии. На настоящий момент дорожка, что в Карре, что в Леопардстауне, резвая. Но у нас сейчас льет дождь, а от того места, где я нахожусь, всего 5 километров до одного ипподрома и 20 до другого. И в прогнозе на уикенд тоже обещают дождь. Если состояние дорожки заметно изменится и она станет мягкой, шансы Сент-Маркс-Базилики еще больше возрастут. А если этого не произойдет, то скачка будет более открытой. Если состояние дорожки может сказать большое влияние на расклад скачки, то дистанция для трех главных претендентов принципиального значения не имеет. В Леопардстауне дорожка с плоским рельефом, во всяком случае, более плоским, чем в Карре. Да, формально Poetic Flair Майлер, но на этом ипподроме это большой роли сыграть не должно, потому что не будет финиша в горку. Я думаю, что он без проблем выдержит дистанцию. Для Тарнавы дистанция тоже не станет камнем преткновения, при условии, что дорожка останется достаточно резвой. Ольга, при прочих равных вы за кого? За молодежь или уже за укоренившихся таких чемпионов? Я имею в виду Тарнава Кобыла, либо Сент-Маркс-Базилика, за которого сейчас, собственно, молодость, сила, опыт, который он накопил в течение нынешнего сезона и выиграл все, что можно было, там, начиная от дерби французского там, и заканчивая Coral Eclipse. И вот Кобыла, Тарнава, да, с которым мы познакомились, в том числе вот сейчас, который выиграл в прошлом году Breeders' Cup Турф, и в этом году всего лишь один старт имеет, третьей группы, но Кобыла старшего возраста и очень-очень талантливый, как мы выяснили. Знаете, уже как показывает опыт заграничных скачек, они умеют очень хорошо обращаться с кобылами, да, то есть именно Европа, потому что частые победители триумфальной арки различных других призов, мы видим, насколько на высоте вообще выступают кобылы. А в чем секрет? Не знаю. Надо поехать к ним еще раз на стажировку и узнать. Ну, просто вот реально, что не скачка, то кобыла. Поэтому я, с одной стороны, восторгаюсь действительно кобылами, которые объезжают жеребцов, которые, вот мы сейчас смотрим на эту кобылу, ну, реально, это же машина, посмотрите, она шире в два раза всех остальных жеребцов, которые там, или там, не знаю, сзади нее остаются. Но, с другой стороны, что касается Базилика, да, то видно, что он очень легкий и, может быть, знаете, сыграет тот факт, что, ну, действительно, молодость. И мне кажется, да, действительно, ему, наверное, будет все равно, какая будет дорожка. Вот на мой взгляд, вот, будем так говорить, анализ, который я увидела сейчас, мне кажется, что все-таки фаворит он там. Вот. Но за кобыл, на самом деле, очень приятно и очень интересно.
Надо этот опыт у них перенять срочно. На самом деле, практически все скачки, кроме двухлетней скачки, которую мы еще будем обсуждать впереди, сегодняшние, которые будут выходные в Ирландии, это скачки, на которых фаворитами являются кобылы. От спринта до классики. Вот я предлагаю сейчас кобыли скачки перейти. Мэтран Стейк, скачка первой группы, которую также великолепный состав участниц собрала. И он вашему вниманию. Модер Ирт, Креат Белиф, Джона Фарк, Тандри Найтс. Собственно, вот первая пятерка. Я думаю, те, кто внимательно следит за скачками в Ирландии и в Англии, уже о многом говорят. И в первую очередь, наверное, все-таки Mother Earth. Правильно, Юль? Бесспорно. Mother Earth – это открытие нынешнего сезона. Мы помним, что в начале сезона на нее смотрели с некоторым, скажем так, сомнением. Я до сих пор на нее смотрю. Для меня она, в общем, развеяла их все в своей первой большой скачке, когда она выиграла 1000 гиней в Англии в блестящем стиле. Да, потом она уступила во французских гинеях, она осталась второй фаунут, она была в призах в тройке на королевской маскоте в Коронейшн. Она всегда была очень близко, она всегда боролась за победу, она всегда показывала себя, что называется, настоящей скаковой лошадью. И последний свой старт она выиграла. Она выиграла во Франции на свою, судя по всему, теперь уже единственную постоянную дистанцию на милю. 1600, да. Да, на 1600 метров в призе Ротшильда. Ну, там можно, конечно, задать вопрос относительно того, что, собственно, она там побила, поскольку, если посмотреть внимательно на второго, на третьего призера, то мы видим, что на втором месте финишировала за ней тогда кобыла, которая самую свою яркую победу одержала до этого в скачки категории listed, то есть даже не групповой. А третьей была тогда явная достаточно аутсайдерша. Опять же, плюс это были лошади старшего возраста, они несли больше вес. И не так много она выиграла тогда на финише, но она все время борется, она все время старается, она все время отдается на 100%. И я склонна к тому, что Mother Earth, если все с ней будет в порядке, скорее всего сможет доказать свое превосходство и в Ирландии. Внесем пару оригинальных мыслей благодаря Тони Уоткинсу в наш диалог. Из числа соперниц Mother Earth я бы выделил Create Belief, которую тренирует Джонни Мёртак. Он был лучшим жокеем в мире, а теперь уже успел заявить о себе как об успешном тренере. И стоит особо отметить то обстоятельство, что в настоящее время его лошади выступают очень хорошо. Если Create Belief добьется успеха, это будет примечательно еще и потому, что она стоила годовиком только 12 тысяч евро. Для тренера и владельцев это будет исключительным достижением. Очень интересную мысль вот сейчас подчеркнул Тони Уотсон. И действительно, мы видим, что Джонни Мёрта, бывший жокей, который имеет в своем арсенале не так много лошадей, и берет он их на аукционах. Там, да, за руб 50, вот по-нашему, да. Он никакие первые книги, ни вторые, быть может, даже не третьи. Просто на распродажах человек берет и выигрывает с ними первые группы. И этот тренд уже определился и у Джозефа О'Брайена в конюшне. Мы видим там, да, недорогие лошади, которые выигрывают групповые скачки. Оля, вы как... в том числе и агент, да. Который также берет дешевых лошадей и выигрывает. Да, да. Это все нормально. Да? Я вам сейчас расскажу, да. Это такой секрет. Нет, на самом деле никаких секретов тут нет. Если мы посмотрим даже в последних книгах, я смотрю в Америке, наблюдаю и смотрю иногда за аукционами, которые происходят в Европе, проводятся. Очень много ребят, которые работают, либо жокеи бывшие, действительно, которые только начинают, у которых нет возможности покупать лошадей за миллионы, за 200-300 тысяч там, долларов или евро, они все-таки не зря, наверное, мы с детства в этом спорте. То есть глаз мы на их этом, видим, да? Да, то есть я вот могу по себе судить иногда, когда мне говорят, ну возьми какую-нибудь там лошадку, вот ты ходишь, вот они ходят даже там полукривые, какие-нибудь косые, и тут вот идет она вот для вас, это все равно, что вот идет, даже как, какой вам сравнить, вот идут ослики, а тут выходит такая... Ла-ла-ли-ла-ла, и ты думаешь, ну вот же она звезда. А хотя они, вот я спрашиваю, ты видишь это? Они говорят, ну такая же, как они. Я говорю, как она же, вот чуть ли не светится для тебя. Вот, поэтому я думаю, что именно таким образом люди, которые очень долгое время работают непосредственно верхом, ездят, которые, еще раз говорю, там тем более жокеи лучшие. То есть у людей уже настолько вот наметан глаз,
И они этим всем и доказывают, что сейчас я не удивлюсь, что еще и агентом станет тренер. По сути, он является агентом. Он покупает лошадей для синдикатов, для людей, которые не имеют возможности купить целую лошадь. Посмотрите на цвета. Вот эта вот лошадь, которая на переднем плане, это как раз типичные синдикатовские цвета, когда люди хотят, чтобы было ярко, весело и празднично. И каждый свой, да, каждый вложил свою, грубо говоря, 1000 евро или даже меньше, и хочет получить максимальную отдачу за эту 1000 евро. И как раз такие люди вступают в такие синдикаты, дают лошадей таким тренерам, как Джонни Мёрто. Джонни Мёрто большой молодец. Он идет очень поступательно и уверенно. Он в этом году одержал свою победу как раз с Create Belief на королевском эскоте. Большое достижение, безусловно. Конечно, каждый владелец хочет побывать там. Понятное дело, что владельцы синдикатов, участники синдикатов, они вынуждены бросать жребий. Кто из его участников в этот раз получит возможность пощеголять в цилиндре в эскоте, например. Но, и, кстати, в прошлом году эту скачку с другой кобылой выиграл Джонни Мёрто, который, кстати, снова пойдет на этот приз. Тогда это была достаточно неожиданная победа с Шамзализес. Да. Сейчас она не числится среди фаворитов. Create Belief гораздо выше котируется. В том числе, кстати, и потому, что по мягкой дорожке, которую, как мы слышали от нашего друга-коллеги Тони Уоткинса, которая, скорее всего, ну, с большой степенью вероятности будет в выходные, точно в субботу в Лепардстауне, по мягкой дорожке Create Belief чувствует себя просто изумительно. Это прям то, что ей нужно. Кроме того, действительно, мы еще раз подчеркиваем, несколько, 5 скачек в первый день состоится в Лепардстауне, в первый день чемпионского дня. И, уважаемые друзья, каждый из этих скачек содержит огромное количество интересных лошадей. И действительно, не пропустите трансляцию, которая состоится в первый день, соответственно, чемпионских скачек. Она будет 11 сентября. И состоится она, эта трансляция, начало ее в 13:00. А второй день чемпионский. В 13:00. В 15:00, да. В 13:00 по Ирландии, это абсолютно правда. И в 15:00 по Москве. А второй день, как раз 12 сентября, состоится на ипподроме в Карре, и он стартует в 16:00, так что не пропустите. Итак, давайте все-таки ко второму дню переходить. И там одна из ключевых скачек – это National Stakes, скачки для двухлетних лошадей. Ну и, собственно, да, здесь состав участников предстоящего события опять же ярок и интересен. И вот давайте вместе с ним и ознакомимся. Ну, фаворитом здесь идет Point Lonsdale и Native Trail и Ibra River. Собственно, их в первую очередь нам уделяют и наши зарубежные коллеги. Кого ты в первую очередь видишь, Юля, на... Прямо скажем, тут все вокруг одной лошади крутится, вокруг Point Lonsdale. Это лошадь, о которой много говорили еще до королевского эскота, когда на его счету еще не было побед серьезных, каких бы то ни было. Еще до этого он котировался 20-1 на 2000 гиней следующего сезона. А после всех его достижений, которых он добился с тех пор, к скачке в Ирландии он подходит с 4 беспроигрышными выступлениями, он сейчас является явным фаворитом на гинеи следующего года и котирует что-то порядка 15-2 или около того. Это лошадь, которая занимает сейчас во всех неофициальных и полуофициальных рейтингах, ну, официальный просто будет собираться уже к концу сезона, в Европе первые места, и в Таймформ он занимает первое место в рейтинге, и по рейтингу Рейтинг Пост он тоже первый. И это лошадь, о которой больше всего говорят. Это лошадь, которая, ну, если все закончится так, как мы думаем, она станет чемпионом двух лет, если все вот красиво. Выходные произойдет так, как все ожидают. Как минимум. Этого уже будет достаточно для того, чтобы стать чемпионом двухлеток по итогам сезона. И это лошадь, о которой Эйден О'Брайен явно уже держит все возможные пальцы зажатыми и кулаки стиснутыми на следующий год на классику. Ну что же, вот я не верю в Point Lonsdale, потому что он сын Австралии, а Австралия, как правило, нам не дает настоящих чемпионов. Что думает Тони Уоткинс? Давайте послушаем. Я не могу представить, чтобы выиграл кто-то, кроме Point Lonsdale. До сих пор он был совершенно безупречен.
Пойнт Лонсдейл не знает поражений в 4 стартах, причем как на резвой, так и на мягкой дорожке. Его карьера развивалась поступательно от мейдена через скачки категории листед групповым призам, третьей, а потом и второй группы. Он, безусловно, заслуживает того, чтобы выиграть первогруппную скачку в воскресенье. Он получен от Австралии, о котором сейчас уже начинают поговаривать, как о следующем Галилео. Тут я, конечно, немного предвзят, потому что в прошлом году мы купили кобылу от Dark Angel и покрыли ее Австралией. Она носит жеребчика, который получен от того же сочетания, что и Пойн Лонсдейл, внук Dark Angel по матери. Так что тут я буду болеть за одного и того же участника и как коммерческий заводчик, и просто как любитель скачек. Ну, вот такие, в общем, предположения Тони Воткинса. Я думаю, Брайан, кстати, тоже очень высоко отзывается об Австралии. Он очень интересную вещь сказал. Кстати, я раньше не слышала, чтобы он этого говорил, это говорил о каких-то своих других лошадях. Ну, обычно поют дифирамбы Галилео. Ну, Галилео нет, понятное дело, что это, да. Теперь они будут приподнимать Австралию. Он говорит про Пойнт Лонсдейл вот что. Он говорит то, что он очень похож на его отца, на своего отца, тем, что у него нет выраженного вот этого выраженной реакции «бей-беги», которая, в частности, у лошадей на дистанции в скачке может выражаться в том, что они очень живо реагируют на внешние раздражители, то есть могут там расстроиться, испугаться. Да, испугаться. Он очень спокойный, и он очень внимательно слушает жокея. То есть если жокей, грубо говоря, сказал ему идти с определенной резвостью, он не будет предпринимать попыток как внести свою инициативу. Вот я как тренер могу вам сказать, что вот это, наверное, пожалуй, самое главное качество скаковой лошади. Вот если лошадь абсолютно адекватно относится ко всем внешним факторам, то есть имеет такой характер, если она бежит так, как ей сказали, то здесь уже грамотный жокей реально может разложить эту лошадь так, как нужно, без особых затрат на сдерживание лошади или, наоборот, на выпихивание ее там посыл и так далее. И главное, психика остается неизменным. Вот у меня, например, такая лошадь, их было две. Это был Great Winner, которым было абсолютно по барабану. Он на 2 года мог постоять, пожевать траву, потом спокойно подождать, пока все проедут, к нему придут поехать на галоп. И как бы, то есть абсолютно параллельно, кто с ним рядом едет, как едет. И вот вторым был, ну и сейчас есть, конечно, да, генерал Пелос. То есть на все вообще, хоть как. Ну вот да, если Эйден О'Брайен тоже говорит, что это вообще очень редкое качество в лошадях, а он уж видит их в своей конюшне сотни каждый год практически. И это он, безусловно, очень ценит. И, естественно, если к этому еще добавляется класс, который позволяет вот эти все плюсы использовать вот если, в отсутствие да, минусов. Вот если он сейчас первую группу выиграет, тогда мы будем уже в другом... Вы уже расписали естественно, его... Естественно, а чем мы еще занимаемся всегда каждый год, когда подходят двухлетки? Сначала мы смотрим хорошо, на королевские эскады, начинаем оттуда просеивать, потом мы смотрим на следующие скачки. Вот сейчас уже наступила осень, и уже решается судьба тех лошадей, на которых мы надеемся смотреть и в следующем сезоне. Мы всегда ждем следующего непобежденного чемпиона. В следующем сезоне мы будем смотреть также и на спринтеров, но мы опять же возвращаемся сейчас вместе с вами, друзья, к двухлетним лошадям и, соответственно, да, смотрим сейчас еще одну скачку с участием этих лошадей. Юля, то есть кого ты еще видишь из состава участников? Очень интересным кандидатом и, пожалуй, единственной лошадью, о которой можно серьезно говорить как о потенциальном сопернике Пойнт Лонсдейла, является представитель цветов Годолфина Native Trail, которого тренирует Чарли Эпплби. Он выиграл последний в своем старте Superlative Stakes. Мы это видели, это было в одной из наших трансляций, где он опередил своего ближайшего соперника меньше на голову, но при этом показал себя с наилучшей точки зрения, как, опять же, лошадь готовая бороться, желающая бороться и в этой борьбе не сдающаяся. Интересный нюанс заключается в том, что именно этим путем от Superlative к National Годолфин идет уже не в первый раз. И если вспомнить, с какими лошадьми по этому пути они шли раньше, это был прежде всего Корта, который выиграл в 2018 году. Потом, к сожалению, Корта получил смертельную травму, и мы уже не смогли наслаждаться его выступлениями в дальнейшем. Был и Пинатьюба. То есть из этого следует, что Native Trail – это главная надежда Годолфина как на потенциально, возможно, выигрыш чемпионского титула в этом сезоне, так и на будущий год. И пока у него 2 старта, 2 победы.
Ну и мы ждем, очередного противостояния Гадольфина против Кулмара. И действительно, это то, что подогревает интерес и телезрителей, и тех, кто внимательно следит за скачками. Вы представляете, насколько реально конкуренция, да, что у Гадольфина одна лошадь? Нет, ну как... Да нет, я имею в виду, вот о чем мы сейчас говорили. Ну, да, лошадь, основная. Да, основная. Знаешь, дело в том, что именно, это именно такая лошадь. Потому что Брайан сказал, а ему все равно. Он может ехать в спину, он может ехать сам. Как скажут, так поедет. Ему не нужна вот большая бригада помощников по дистанции. Коллеги, я понимаю, что сегодня четверг, и на всех ипподромах это Ladies Day. И тогда, когда действительно первое слово имеют именно девушки, ну давайте переходить. Ну и в этой скачке тоже первое слово будут иметь весьма вероятно дамы. Да, к следующему призу, Flying Five, спринтерская скачка. И здесь действительно, как Юль, ты обратила внимание, Winter Power, кобыла, которая является сейчас фаворитом предстоящего мероприятия. Ну и возможно, что наконец-то Dragon Symbol, за которым мы опять же следим весь сезон, который опять же проигрывал, мы помним, в эскоте именно кобылы. Кобыли, как многим кажется, несправедливым решением. Ну так вот, Winter Power, возвращаясь к ее потенциалу, что ты можешь сказать относительно ее участия в этом компании? Winter Power – это лошадь, которая сейчас находится на восходящей траектории. Всегда обращаем внимание, конечно, прежде всего на таких лошадей. Это трехлетняя кобыла. Опять же, ставим галочку. Соответственно, понесет меньше вес, чем та же самая Glass Slippers. Одна из ее главных соперниц тоже кобыла, но кобыла старшего возраста, которая выиграла эту скачку в прошлом году. И Winter Power выиграла на Antwerp Stakes, на ту же дистанцию, на 1005 метров в Англии в конце августа, в блестящем стиле. То есть для нее 5 фурлонгов с финишем в небольшую горку, а это будет Карак, а не плоский Лепардстаун, где она поскачет в воскресенье, это, опять же, то, что доктор прописал. Для нее это совершенно идеальный вариант. Опять же, если будет мягкая дорожка, там могут быть немножечко другие нюансы расклада, но пока что на Winter Power, конечно, обращены... взоры, наверное, большинства экспертов и болельщиков. Давайте выслушаем мнение нашего ирландского эксперта и затем вернемся в студию и обсудим остальную часть кампании. Я думаю, что победа в Flying Five Stakes может достаться одному из английских гастролеров. Что касается Glass Slippers, то про нее достоверно известно, что она явно предпочитает резвую дорожку, поэтому тут нужно внимательно следить за погодой. Но это суперлошадь, и у нее прекрасные шансы на победу. Мне также очень нравится Winter Power. Она в прекрасном стиле выиграла на Antwerp Stakes в Йорке. Тренирует ее большой мастер своего дела Тим Истерби. И я уверен, что он не повез бы свою лошадь в Ирландию, если бы не верил, что она может выиграть. Winter Power получена от молодого производителя Bungle in the Jungle. Случка с ним стоила всего 6 тысяч евро, а заводчик на аукционе выручил за кобылу 90 тысяч. Очень хорошая выгода. Не стоит забывать и про Dragon Symbol. Он пока никак не может выиграть на высшем уровне, но его третье место в Нантарп, где второй была Winter Power, выглядело очень достойно. В общем, выиграть может любой из этих троих, но я отдаю предпочтение Winter Power. Да, ну здесь сложно не согласиться с нашим британским коллегой. Действительно, великолепно выглядит текущая форма Winter Power, которая выигрывала, во всяком случае, предыдущие две яркие скачки, но она выигрывала их в Йорке. А, соответственно, здесь совсем другой ипподром. И ипподром, который все-таки, я не помню, это во второй день будет в Карре. Карра с горкой. Да, Карра с горкой. И это может кобыле помешать. Как вы считаете, Юль? Ну, тогда, когда, например, лошадь привыкла скакать и выигрывать, вот мы видим, да, по статистике в Йорке, который считается вообще идеальным ипподромом. Ну, у Winter Power есть победа, например, в Нью-Маркете на 5 фурлонгов, а там тоже горка в конце. Да? То есть для нее это вполне себе подходящий вариант. Я так думаю, да, там, наверное, больше будет играть роль мягкости дорожки. Да. Ага. Скорее всего, да, надо смотреть на погоду. Но, опять же, если погода, мы точно знаем, опять же, что Glass Slippers не любит мягкую дорожку, что мы видели уже неоднократно. И, скорее всего, не любит ее и Dragon Symbol. А кто вмешается в историю, в противостояние в данной скачке, вот резюмируя, да, предстоящее событие спринтерское, которое мы очень любим именно в контексте британских скачек, когда вот огромное количество лошадей и едут просто на одном дыхании.
Кто вмешается в борьбу, между английских гастролеров? Winter Power, и я не знаю, сможет ли Dragon Symbol, останется ли он в той форме. Мы видим, что он сейчас немножко уже сдает. Ну, можно посмотреть еще на представителей местных конюшен. Почти практически пока что неизвестное нам имя, поскольку мы не видели пока на своих экранах эту лошадь. Есть лошадь по кличке Муниста, которая специально готовилась целенаправленно именно на Flying Five Stakes. Это тоже лошадь, которая идет по нарастающей. И это, если не ошибаюсь, тоже кобыла, тоже трехлетка. Правда, совсем неизвестная. Мне, кстати, конюшня Джека Дэвисона тоже новый, возможно, молодой тренер. Будет интересно посмотреть. Оль, только по верхушкам мы пробежались. Но мы вас уговорили посмотреть трансляцию, которая состоится в субботу. Конечно, нет, конечно. В субботу и воскресенье. Два дня, уважаемые друзья, не пропустите. В субботу трансляция начинается в 15:00, а в воскресенье в 16:00. И еще раз напоминаю, масса первых групп, очень интересный состав участников и участниц. Это будет всегда интересно, познавательно. Опять же напоминаю, что это кульминационный момент в ирландских скачках. И это можно рассматривать как преп к событиям, которые будут проистекать как в Соединенных Штатах Америки, так и во Франции. Девушки, спасибо вам большое за ваши интересные рассказы и участие в программе. Оставайтесь на нашем канале, друзья. Будет интересно. Счастливо. We'll be right back.